Яркий калейдоскоп рукодельного творчества с порога поражал воображение гостей выставки «Добрый свет». Реальное тепло исходило не только от сшитых собственными руками одеял, но и живописных картин, на которых запечатлены памятные моменты ушедшего лета. Все эти работы сделали наши участники программы «Активное долголетие». И поэтому мы решили сделать вторую выставку, предновогоднюю такую выставку, чтобы наши посетители, наши гости, гости города и наши горожане могли посмотреть, сколько техник вообще существует различных по творчеству. Более 500 изделий от 30 мастериц представлено на ярмарке, которую посвятили Международному дню инвалида. Каждая рукодельница выбрала лучшее из собственной коллекции. Создано немало интересных работ. Занятия ведут опытные педагоги, которые помогают старшему поколению максимально раскрыть свои таланты. У меня нет одинаковых картин, чтобы люди делали. Вот пришли, принесли картинку. Хочу такое, но хочу в объеме, хочу в пространстве. Я разрабатываю чертежи, и мы уже думаем вместе, как это создать, где взять бумагу, как это, какой техникой это будет сделано. Елена Салинин на выставке представила живопись и керамику. В центре опытный педагог ведет кружок арт-терапии. Рассказывает, что на занятиях работают немного в другом направлении, что помогает участникам программы «Активное долголетие» достичь определенных результатов. Это вид деятельности, который помогает людям приобрести в себе уверенность какую-то. Многие с детства мечтали рисовать, но стеснялись держать даже кисточку, потому что они не умеют этого делать, и они себе это внушили. Я стараюсь опровергать эти стереотипы. Акварели, оригами, квиллинг, мыло, шапочки, кофточки и батик на шелке. Представленные разнообразие изделий удовлетворит вкус любого взыскательного покупателя. Каждый гость приглядывал эксклюзивное изделие, что займет место в новогоднем интерьере собственного дома. Чтобы пожилые люди узнали, не оставались дома, не чувствовали себя забытыми, чтобы приходили, общались. И важно не только какая-то работа, моторика, а именно общение. То есть, чтобы люди чувствовали себя востребованными. Выставка-ярмарка «Добрый свет» дала старт большому циклу новогодних торжеств, что пройдут в центре «Вера» в преддверии праздника. Участники программы «Активное долголетие» готовят друзьям и близким новые сюрпризы, сделанные своими руками. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.